Поехали. Так я же настраивал, чего не спросил. Блин, сейчас лагами будет опять немножко, наверное. Чё, пацаны, чё, давай, чё, вообще? Пещеру. Пещеру? Да. Все, успокаиваемся, продолжаем свою лекцию. Мы с вами начали тему новую, да? Способ организации виртуально-латочного пространства. Ага. Далее определение сегментной организации виртуально-латочного это вообще куда были? Еще раз, да? При сегментной организации... Что за пиздец? Так мы тут не выиграем вообще никогда. Сегментная организация, у нас вся память, она делится на сегменты, да? Чего это сделать? Сделать это писать. Что такое сегмент? Может, как бы какой-то транк или это? Regret that!
шум, вокруг шум, все ништяк. Thank you.
Да.
Thank you.
А Кирюха, походу, это специально сделал. Он специально это сделал, да? Я так думал, я увлекусь и сам забил, просто забил его. Скажешь, ты мне братан. Братан, ты я? Нет! Садись, садись, садись. Садись, садись, я не захотел. Все, походу, я прям радовался. Да какой его? Надо гранатку, блин. Надо гранатку. Да, как она не поднималась, блин, наверное. У меня не веревки лучше, мне чек-пота не было. Я хочу одного человека назвать Плотник. Знакомая карта, кстати. Чтоб играть на Марсе. Да, чтоб играть специально на Марсе. Да. Когда всех червяков бьют, вот тебе точно останется в живых один. Да, и будет картошку выращивать. Да. Червяка еще картошку назвать. Я не буду оставаться вместе с людьми. Всегда. Просто я беру. Ты вел, что первый. Так. Я хочу присесть. Здесь, ты видишь, выше же немного, я могу крыса может. Зацепился, буду клеем зубами. Сразу только постоянно.
после этого этот получком Хайдукен свой духе. Он перекинет. Свет духи. А это тут не перекинет. Еще Костяна домашнее. Не, нормально, смотри. Еще ты не нормально. Он же подвинулся там, второй, чё он? Thank you.
Thank you.
Surprise!
Давайте, короче, кто выигрывает, выбирает карту. Давайте. Десятки же уже другое. Да десятка же настройка, почему другое-то, я не думаю? Принципиально все другое, что ли? Нет. Полностью? Писали? Нет. Thank you.
да, расскажите, что? I'll get you!
Let's go.
Никого не сейвит. Бум. Сейчас пиздать. Я взорвусь. Нет. Нет. Я думал, он так отлетит. Я вернулся. I'm back. Как он жить? Еще вы тебя. Он жить будет. Эх, кто меня разъебал? Не смей! Магио! Это раз разъебать, чем... Спасибо. А, да. Пока. Я уже даже... О, вот он уже. Сука!
Это террорист, Аллаху Акбар. Террорист, как? Ты с бананом так хнешься в этого пугника. Да иди, как ты кидывай так оттуда? Давай вон на девяточку. Ну даже невозможно докинуть, если вот прям сейчас жестко. Давай прям жестко. Давай прям жестко. Жестко? Да какие две обычные наркоманы? Фейл это. Вот ты сделал эту дырочку. Да все вот из-за этой. Сам тоже видится. Ты себе не знаешь. А сам телефон сам берет вообще. Я просто пролезу. Типа он надо заспокоиться. Все, ты знаешь, приезжал. Просто придет, он приезжал. Это как можно две игры подряд выиграть, как? Как можно выиграть? Так, опять самого выбирает, как? Я, тут... я вот опять был близко, чтобы выиграть, но дефолтная вот эта моя фейловая в конце. Я начинаю жестко, заканчиваю по хуесосовски. Я вот тут нашу сбору вспоминаю, когда мы будем сыграем. Вот этот там тайминг нужно устраивать. Я помню, как он рассказывал про интернаты, что там, там он рассказывал там, в фильмах эти чуваки там гранаты себе вешивают там с чеками. Так делают только долбоебы. Да. Вот. Потому что как бы ты можешь зацепиться за ветку и все, бабах, бац-бац-бац. Да-да. И тут бац-бац-бац-бац. Под цепочки так будут взрываться. Да. Ну там уже просто фарш будет. По частям тебя разорвет. Там нужно, когда хочешь точно кидать гранату, ты вот фитиль вкручиваешь там взрыватель, просто выдираешь чеку, вот, и чтобы тайминг сделать, там как бы граната это на 5 секунд, ты должен как бы вот отпустить вот этот крючок, вот, вовремя вот посчитать нужное тебе количество. Там уже 5 секунд дается вроде, да? Да, там еще было, это оборонительные наступательные. Там ты там срываешь, считаешь вообще вроде бесконечно? Нет, то что, там ведь... Или ну, если ты вовремя не кинешь, она взорвется. Нет, тут и там есть такой рычажок, вот, ты, то что ты выйдешь на рычагу, вот ты держишь за этот рычажок, ты опускаешь же за этот рычаг. Он как-то вот так падает и пошел обратно отсчет. Вот. И то, что если ты вовремя не выкинешь, она тебе как взрывается. Там она на 5 секунд по стандарту настроена. Ты считаешь раз, два, кидаешь, она эти 3 секунды летит, и на третью прилетает, по сути. На третью взрывается? Да. То, что... Карты вообще какие-то. Тут-то эти... Бывает несколько видов гранат, то что оборонительные, наступательные, оборонительные, то что у них просто пипец огромный радиус, и их нужно только из укрытия, ну а вот так можно там, у них радиус небольшой, просто можно в лицо противнику кидать, там она взорвется, с тобой ничего не будет, а с оборонительной там просто осколки везде и в тебя может попасть. То что Вормс там похоже обычные гранаты, это как наступательные, а вот бананы это уже как оборонительные. Ага. То что... А лимонка тогда что? Лимонка это тоже оборонительная получается, потому что в тебя это может попасть, и как бы нужно из-за укрытия там кидать эту лимонку. Вот как бы коктейль Молотова это тоже наступательная граната получается. Аллах Акбар. Все-таки звук сделали, как будто шахту. Аллах Акбар просто. Господи, спаси, сохрани. Я хочу туда повесить. Не хочу, чтобы... Сохрани, блядь. Ты правильно сделал, чтобы помолиться Богу. Ты долбил?
Вот скажи. Ты идиот? Ты если бы тебе просто ракету, правительную, которая там бы, тут от пацанов вообще ничего не осталось. Ну да, Сава, ну да. Как-то видео. Ты идиот? Нет, бабушка, нет, я. Ты идиот? Нет, бабушка, ты идиот. Идиот. А я не знаю, что делать. Что? Что вы хотите от меня? Я не знаю, что. Вот если только по этим пацанам. О, хотите электрик попробуем? Угу. Пацаны. Давай. Как же он любовь? Катиться. Это фолк. Базука хотел, передумал. Базука хотел? Лучше базука ёбнул по ней. Согласен. Питер. Сложно. Я не знаю, пусть эти пацаны задохнутся. Да и муцких фуцких. Сейчас опять с Кирюхой будем по фану играть, и Сава потерять будет. Все. Все. Вот тебе бассейн в твой личный апартамент. Спасибо. It's my pool. It's my pool. Брал? Да, на этом. На ком? В 1.6 fee pool day. А, вот этот pool day карточка? Ты как-то да. Пауз? Да. Мне больше там как-то пользовательская понравилась, где там дают тебе только гранаты, и там вот пул стеклянный. Вот. То, что нужно было. Какие-то гранаты, там, стеклянные полы, чтобы я попал. Потому что я просто нет. Еще есть там была карта, помню, City 15 или как-то так. Там очень было много секретов. И Вин тот, кто там. Это все секреты знает. Да блин. У Савы после прошлой не идет, прям. Сейчас у меня на этой игре крыша встанет. Ой. Почему? Это же полис. Он награжден за джоб. Ты его не убьешь. Он просто так не умрет. Кстати, грамотное решение. Нет. Грамотное решение – залог успеха. Он выживет. Нет. Да. Нет. Он уже полез. Он вынужден лизать жопу. Нет. Стэ. Нет. Ему достаточно. Он вынужден лизать жопу. Ему достаточно. Собака. Чё, ровно 80, что ли? 81. Калькулейт. Хуй-хуй. Пригорел, пацан. Я тут по фанчику немножко. О, это... Господи, он же Чак Норрис. Он сейчас двоих скинет. Не рассчитал немножечко. Надо было... Битой надо было двоих. Бита-то не открыта. Еще нет, что ли? Nope. Должна же. Что? А, в натуре бита нету. Бежал. Он ушел, потому что сделал хуйню. Долго бросаешь? Почему солнце? Ну что, второй. Да ты охуел. Сегодня я у тебя оставил. На ходовочке. Понимаешь? Как ты заметил? Ты меня понимаешь, Русня? Кто ходит? Давай, Вася. Ну что, я что ли? В пол стреляй. Стрельни ровно в пол под себя. В смысле? Я бы стрельнул, если бы так стоял. В смысле? Так взлетел бы вверх жестко. В смысле? В смысле? Какая-то дичь. На каких он? Вставайте за лупой. Ибо Олдж, папа, хуй. Папа, хуй? Алло. Гнида. Не говори так. Обоссы. Не попадешь. Попаду. Попал. Почти. Бэйф не играл, писи пососал.
Не везет в червяках, повезет в жизни. Не везет в жизни, повезет в алкашке. Че думаешь, я захожу в магазин, а там акции? Блин, я что-то так устал, так спать охотно, не знаю. Вообще хуёво. Писью за щёчку разосерить. Ой, урод, шутник ты, конечно, да. А чё наркоманы? Да, да. Так и шутник ты. Сколько времени снял? Они кота смотрят в пиратском костюме. Первые пары зубов. В принципе, все коты очень милые создания. Особенно видишь Шеверму. Он так это... Ты это сидишь вечером, чтобы завтра дать заказ заказчику. А он стоит и ноет тебе по духам. Мяу, жрать хочу. Мяу. Я его все выкинул. По хардкору так. В закрытие. Да. Просто в стеклянное закрытое окно выкинул. Ну что, что объединяет всего? Давай, Кирюх, ходи. И два топографа вместе с этого столба заказчика там. Не, я чувствую какую-то симпатию к Саве. К Саве неожиданно. Не буду его трогать. Что у нас тут, ракета? Кто у нас? А что там? Мерещится. А что, бита есть? Ну. Мерещится. Вода. Просто, чтобы попил немножко водички. Ну как же хуёво играем. Я реально для себя бахую, как я играю. Я просто начинаю какую-то делать хуйню и сосу, блядь, из-за этого. Потому что я делаю хуйню. Я понимаю, что это хуйня, но я все равно это делаю. Что в этот момент в голове происходит, я просто не понимаю. Сава, я же тебя пожалел. Ты что делаешь? Нет, не надо. Не ходи сюда. Нет. Ну, взорвал. Все. Давай. Уже пять лет. Вот это прошлый курс. Так, да и топи его. Затухло. Ой, Сава, хорошо. Тут потухло, там потухло. Да. Сюда, походу, террористы бракованные мины поставляют, да? Я так понял. Бита. А почему тут нету... Если тут не бетон и остык, я ливаю. Ливай, все, я ливаю. Ты используешь капитуляцию? Ага, я пошутил. Короче. Что это? Криптография. Это... Это наука, которая занимается. Ладно, охота же подольше поиграть, правильно? Додик, ты взорвешь себя и всех. Так бы. Так, если через 2 недели я сдаю. Да опять вот я понимаю, что сейчас делаю хуйню, но все равно ее делаю. Вот так. Потому что я не знаю. Крюха влезает. Ну я тут план Б. Еще глубже. Я просто сначала хлопаю. Это какое? Криптография? Ты где учишься? Во месте где-то? Давай, дует под год. Нет. Хочу вот так сделать. Сейва не будет. Там было бы личико, наверное. В смысле доход? Ты не офигевать. Ты сам мне сейчас. Оооо, ебать. И
своего прыжок. Просто убили. Аж на цели. А нет, это не просто почти сохранили. Абсолютно новый ход. А у вас чайнички по типа кости не сделал? Немножко. Усы, да. Не, усы, он просто усатый по жизни. Вот. А член просто член. Смотри, к тебе ВДВшник подошел. Он реально ВДВшник, вот ему не хватает. Он такой говорит, знаешь, как фонтаны там прыгаем, бутылки бьем. Ты че, сука? Ты че, ёб? Реально, реально ВДВшник. Ой-ой-ой. Смотри. Бум? Так. Бум? Так, этот... О, это потухло. Я тебя пожалел. Да? Да. Представь, что я тебя пожалел. Я ведь его не нанес, значит пожалел. Иди. Мы всех, всех друг друга пожалели, да? Ну ладно. Да вот тут вот столы. Я не знаю, что делать. Кирюха рядом с ним стоишь, я не знаю, что делать. У меня нет выбора. I have no choice, man. Really. Мафак. Ладно, ебни по жестко. А ты не придешь? Давай, приди, пожалуйста. Оп, пошла. Нет. Травлю. Хорошо, что я закопался. А, это плюс. Где свага процедура? Кидай им это бомбардировку. Еп. Просто... Нет. Можно что-то с Вероника, это Вероника. Вол, 55. А чё, что-то ты не на работе? Прихнуться можно, а? Ага. А? А? Хуйня. Хуйня. Нет, я устраиваюсь на работу, короче, в... Так, как говорится, с двумя зайцами не погонишься. Хотя давайте вот этого. И там взорваться сейчас. Как же ты ебал. Дабл дэмэш. Дабл ди, дабл дай. Фиолетная сволочь. Все, я ради кучу. Сейчас было. Нет. Потому что все, в принципе, вещи имеют. Фиолет. Сау, в левой его битой нахуй. Просто в левой битой его. Да. Вот в чем учится. В натуре. 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 Глубокая глотка. Хорошо. Можно выйти мне экономику дать? Пожалуйста. Давай. Там головой потыкался там. Потыкался? Чуть-чуть. Начинаем затерпевать, пацаны. Little dog. Что мы с вами зарисовали общую? Подхилю, пацаны. Усача моего. Ладно, давайте еще раз вас подпишем. Отмечаем всех. Ты...
Барыш. Минка не докатилась. Да с какие 64? Они делаются. Дверь закрывайте, дверь не закрывайте. Дверь забери. Да блять, это салагало. Так, 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 так. Не знаю. Так у меня там хрена нет. Это моя. Ну что, Ива-то учится? С кем она училась? Мы не знаем, что с ней. Она была неадекватно ходила. Нет, Вятки. Да он выбежал? Да. Блядь. Прятался за Владом. Он нарвал. Блин, 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 блин. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Это было близко. Рассчитано, ребят. Я как бы пацанский с геловой, как бы. Всё, убежал. Я пацанский геловой. Все в порядке, ребята. Нормально, мы шуряне там, короче, все. Замуты там, четкие, ребята. Он или замуты четкие? Он ли четкие замуты? Оп, Сидорчук сбежал. Он тоже на гелоне. Точно? Да. Ну вот тут вот электрик был, и там наверху тоже электрик. Ну, встала? Бегусь. Что? Мы здесь. Он заболел. Анцелевич заболела? Да, понимаю. Не надо будет делать. Нет, у Анцелевич что-то с... У Анцелевич что-то с рукой, а Мальцев психологии идет в больницу. Просто хочу. Спа на спа. А ты-то чё? Ты чё уёбываешься? Тебя не трогаем. Так я не знаю, её потом бросить. Сверхборка, давай вот тут такой ручник. Воду её выкидывать. Так воду надо её выкидывать, блядь. Да нет. Ой, хар. Просто 33. 33, 11, найс. Найс мув. Мафак. Там бананчики скоро выбраться. Чтобы выбраться отсюда, тебе нужен ендер. Ты косковый парень. Заглянись у меня. А вдруг там ендбак? Давай, не бегай его. Давай, водичкой надо. Давай, поехали. Как они? Понятия не имею. Я у нее спрашивал, она пока не ответила. Что, сейчас я хожу? Нет, спрашивал 2 часа назад. Не ходи туда. А я буду. Мерещится. Да, ну что мы с вами записали? Мы с вами записали внутреннюю подсистему, да? Еще раз, внутренняя подсистема состоит из трех модулей. Клиент, сервер, security subsystems, да? Security subsystems. Следующий блок записываем. Это внешняя подсистема. Внешняя подсистема. Environment. О, давай, давай, давай. Environment. Внешняя подсистема. Так. Я его скину тут. Сейчас же ехал. Я убегу туда. Точно? Да. Позволяют запускать пользовательские приложения.
Что позволяет запускать пользовательские? Пользовательские приложения. Кирилл, ты там что-то качаешься постоянно? Пользовательские приложения. Вася, это я, да. Внешние я просрал свою третью победу. Нас мутишь, нас. Ты нахуй, срывай все. А у меня же еще один есть червяк, который сдохнул на встречу. Да. На самом деле стоял. Я просто спрыгнул. И прыгнул. Как Влад. Реализован как совокупность. Катись, катись, Кирюха, катись. Влево-влево катись. О, хорошо. Я тебя на ящик просто, чтобы ты подобрал. Совокупность виртуальных машин. Внутренние и внешние подсистемы используются на уровне визерковой. Просто вперёд. Не захотел играть. Внутренние и внешние подсистемы находятся на пользовательском уровне. Давайте сюда потом банан. Где-то вон тут. Таким образом они обеспечивают. Таким образом они обеспечивают взаимодействие системы. Таким образом они обеспечивают взаимодействие системы с другими системами и с другими пользователями. Таким образом, они обеспечивают взаимодействие. Я знал, я хотел крота использовать, но я что-то это... И пользователями. С другими системами и пользователями. Просто охуенно. Взаимодействие с другими системами. Я спрыгну. Это уже охуенно игра. Бетонный лосок на себе сейчас возьмет. Как я прыгаю. Как я могу. Да. Ооо. Бананчик. Габелла, походу, да, пацаны? Пизда, бля. Опять я въебал, блядь. Видите, как я уже третью игру подал, я реально близко просто. Я... Все. Че, не сейчас, что ли? Умри. Но он не умрет, по идее. Следующий блок у нас ЕС. Вот вас Кирилл. Коротко, да, если? ЕС. Что, 2, 2, 0, блядь. Что-то раз убирай карту, поехали. Сейчас разъебу. В скобочках нет. Это исполняемые компоненты. Или по-другому этот уровень еще можно назвать уровень диспетчеров операционной системы. Ну и перечислим, какие диспетчера, да, хотя бы качество примера несколько перечислим. То, что можно поставить, записать. Диспетчер ввода вывода. Диспетчер ввода вывода. Ну сюда водичка кидается, пацаны. Диспетчер. Ну что, Кирюха? Диспетчер межпроцессного взаимодействия. Кирюх, ты. Диспетчер межпроцессного взаимодействия. Монитор безопасности. Третье. Ну, монитор это не как устройство, да? Которое главное постоянно. Монитор безопасности, да, как модуль. Это третье. ЕС. Первое. Диспетчер ввода-вывода. Второе. Диспетчер межпроцессного взаимодействия. Третье. Монитор безопасности.
Василий, это все, что ты записал сегодня, да? Да. Понял. Это да. Да, хорошо. Тут что-то записал? Mm-hmm. Все записал? Ну, все. Сегодня первая лекция у тебя? Это новая тетрадка. Ага. Тут кто что записал еще? Вот, Патокина молодец. У Екатерины даже не смотрю, на все пары ходят. Где-то можно развлекаться? Что там первое было? А диспетчер. Кто-то говорил, он навигатель не ходит, блядь, он ходит, диспетчер. Что он делает? Мониторит. Почему называется монитор? Потому что мониторит. Монитор безопасности. Монитор безопасности. Монитор безопасности. Нет, в скобочках можете все пометить. Фоткой. Фоткой появился. Отметить. Кого? Записывай. Скобочка, третья, да, в третьем пункте, монитор безопасности, определяет внутреннюю модель безопасности. Определяет внутреннюю модель безопасности. Внутреннюю модель безопасности. Внутреннюю модель безопасности. У каждой операционной системы сейчас не записывается. Есть собственно. Как распределены права, да? Как осуществляется распределение между ресурсами между бойцами. Удачи поиграть. А у каких она эффективней? У Windows подобно. С другой стороны, с другой. Везде слили. Сложно так сказать. Там и нам все эти вирусы. Мы с вами поговорим. Понятно, что можно. Отдельно будет 2-3 занятия. С первого хода пацан начал, понимаешь? На герше надо. Да. Давай. Позволяет искать пользовательские положения. К этому пацану. Опять. Как ты меня бесишь, проси, падай. Все, иди нахуй. Это что позволяет? Позволяет записать, запускать пользовательские положения. Это что? Диспетчер виртуальных машин. Следующий модуль записываем. Ядро. Ядро. Что-то опять устал, блядь. Ядро. Ядро, это что за система, да? Альтап, нажми. Жди, пожди. Карнол. Так, Влад, хватит уже у вас. Короче. Основная задача управления. Ебать, сейчас 40 пацан стримим. Основная задача игра. Записываем. Управление процессами и потоками. Основная задача управления процессами и потоками. Писано, походу, прям. Процессами и потоками. Основная задача управления. Там просто лахабар. Все. Кстати, как так? Прерывание. Это знак. Работа с прерыванием. Работа с прерыванием. Можем, блядь, не улицу скрутить. Можно вот опять? Да, крыть? Да. Мерзко. Все, что это переделать, нормально стало. Можно тоже пересесть на первую банку. Кстати, здесь свободно, что здесь там. Удобнее. Чтоб тебя не видеть. Серого волка. Я злой очкастый. Что такое прерывание? Как ты можешь? Что такое прерывание? Как же ты ебать? Процесс прекращения. Минус два. Работы. Дэмэдж есть. Дэмэдж есть. Или потока. Оно может быть либо аппаратом, либо какой-то. Не зря поставил. Зачет.
есть программные, есть аппаратные прерывания. Подключили вы устройство какое-то, вот это прерывание. Оп, 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 оп. А программное прерывание, выполняется у вас программа, не может выполнить. Ой, Кирюха вниз нам. Ну, 86. Действие выполнилось. Это понятно? Программное аппаратное. О, я походу еще раз приехал. Следующий уровень — это уровень аппаратной абстракции. Минус один. Трели, давайте разговариваем. Да, да. Пошел писать. Там по 200 сейчас будет. 42. Как ты так делаешь? Можно, можно. Как абстракт? Кирюх, на слив, с правой стороны, на слив. Слив. Ведь я почти каждый ход делаю минус. Ничего, Кирюх, слив, потом тебя, потом снова тебя. Да. А там на 14 становится. Да. Ой, не жалко. Кто вообще держится, блин, под коле, блядь. Его никак такого коня спасает. Да. Это денег, кто внутри? Уровень аппаратной абстракции. В скобочках пишите, еще его называют уровень сопряжения с оборудованием. Уровень сопряжения с оборудованием. Синоника. Уровень сопряжения с оборудованием. О. Там музыка играет, да? Уровень сопряжения. Почему? Если я приходился отсюда на. Уровень обеспечивает взаимодействие. Уровень обеспечивает взаимодействие. Программная часть операционной системы, да, то есть верхних слоев, по сути дела, да, то есть модули, которые лежат выше этого модуля. Взаимодействие программной части операционной системы. Взаимодействие с программной частью операционной системы. Ой, программная часть операционной системы. С реальной машиной. Операционная система где выполняется? В общем, машина такая, да? Совокупность физических компонентов. А операционная система — это программная система, да? Программный модуль. Так вот, уровень аппаратной абстракции — это уровень, который нас связывает с программной частью и реальной машиной. Понятно? Кирюх, я не выкинул тебя. Прости, не сможешь еще. Ничего страшного. Сейчас идем. Особенности для различных операционных систем замешиваем. Особенности архитектуры для различных. Да, под заголовок следующий. Ты летчик? Схему мы прошли. По схеме вопросы есть? Как же ты пушишь? Все понятно? Ладно, Кина. Хорошо все? Дала хорошо уже? Блядь, Коля же приехал. Особенности архитектуры. Уйк. Особенности архитектуры. Ты реально каждый хуй сделаешь, что за Windows 2000 уровень ядра. Я, кстати, проверить кое-что. Был разделен на два. Нет. На две части. Будет разделен на две части. Уровень ядра был разделен на две части. Уровень ядра был разделен на две части. Первая часть — это драйверы сторонних производителей. Стрикер. Драйверы сторонних производителей. Драйверы сторонних производителей. Вторая часть — это драйверы самой другой. Драйвер Windows. Драйвер Windows.
драйвер сторонних производителей, драйвер Windows. Windows XP, Windows 7. Что взорвется, мне кажется? Windows XP, Windows 7. Ой, oh, 7 уже. Windows Vista. После семерки или перед семеркой она была? После XP же? Кто? Она была перед семеркой. Стоила она, кстати, больше, чем семерка. Была не очень, да? Да. Мы видели просто... XP и Vista. Отсосил трюк 300. Как же ты? Чуть-чуть не хотел. Еще. XP и Vista. Были попытки реализовать технологию виртуализации? Прости, Сава, но ты не Брюс Уиллис, как Кирюха. Технология виртуализации полностью реализована. Реализована. Это каждую пятницу. Пятница! А как? Что? Нету? А почему тут есть? Целая. У нас завтра столько пар вместе с вами. Где сказали? У нас завтра столько пар. Концертное предложение. А почему? Так много пар завтра с вами. Что почему? Почему у меня в 15-й версии нет? Так вот, обидно тоже знать. Пиратская. И до кожи. С актеровочек нет. Она официальная, братан. Я тебе отвечаю, она с Microsoft, с кого сайта. Это тоже. Это тоже официально. Они обе бесплатные. Они, видишь, комьюнити идут. Че это как можно забить? Вот Microsoft Visual Studio скачать с официального, да? Нет, просто комьюнити 2013 вводишь. И обязательно сайт Microsoft качаешь. Я, может, ссылку дам, если не забуду. Только мне бы напомнил. Я этим пишу. Когда пользователь запускает систему, он запускает сеанс. Когда пользователь запускает систему, он запускает сеанс. Уровень позволяет... Уровень позволяет... Когда пользователь запускает систему, он запускает сеанс. Уровень виртуализации позволяет. Позволяет разделять ресурсы между сеансами. Позволяет разделять ресурсы между сеансами. Позволяет разделять ресурсы между сеансами. Ограничить доступ пользователей к разным ресурсам. Ограничить доступ пользователей к разным ресурсам. Нет, нет. Я видел ее, не видел. Я видел ее. Видел.
скобочках нет. В скобочках нет. Нет. Скобочки. Адресное пространство одного пользователя. Адресное пространство одного пользователя. Отделено от адресного пространства другого пользователя. Адресное пространство одного пользователя отделено от адресного пространства другого пользователя. Как ты заебал, блядь, уёба. От адресного пространства другого пользователя. Пользователь запускает систему, да? У каждого пользователя свой сеанс. В рамках этого сеанса... Кирюх, накопи что-нибудь, пожалуйста. У каждого пользователя, да? Свои дроба. Не, ну то, что у каждого пользователя в рамках своего сеанса свои дроба. Правда, не надо это записывать. Как же ты его можешь? Вот он, Иисус. Ян Бат. В рамках каждого сеанса есть свое адресное пространство. Да, это, по сути дела, ресурсы. Например, у вас в системе есть два типа пользователей, администратор, например, да, и кто там? Бухгалтер, например, да? Понятно, что администратор будет все ресурсы в системе, да? Ну, например, в качестве примера. Спускай. А к тому же бухгалтеру только ограниченные ресурсы, да, которые необходимы что? Ему для выполнения работы. Да, что не работает? Не происходит при помощи слоя виртуализации. Где находится слой виртуализации? Слой виртуализации находится вот здесь вот. Ну охуеть теперь. Здесь вот. Слой виртуализации. Почему такая тема? Черный почему? Или можно поменять? Можно менять. Слой виртуализации. Виртуализейшн. Слой, да. Короче, сейчас будет перерыв, я пойду тульский пряник с кофе и пошти. Угу, давай. Записали? Смысл есть на тему? Запишите под заголовок все представления процессов и потоков. Microsoft Windows. Запишем несколько предложений. Мой, да. Можно программы сдавать. Вниз. Завтра же выходной, можно себе позволить, да? Конечно. Управление процессами потоками – это основная функция. Управление процессами потоками – это основная функция операционной системы. Почему я? Это основная функция операционной системы. Процесс определяет единое адресное пространство. Процесс определяет единое адресное пространство. Процесс определяет единое адресное пространство. И контекст. И контекст. Процесс определяет единое адресное пространство и контекст одного или нескольких потоков. Одного или нескольких потоков.
Мы с вами начали изучать язык программирования C++, да? Мы создаем C++. C++? Что? Приходишь на пары, приходишь, начали изучать. Приходи, будешь изучать. Создаем программу, да? По сути дела, создаем процесс. Влад, поговори, слушай. По сути дела, запускаем, ну, создаем, потом запускаем процесс, да? В рамках каждого процесса создается один главный поток. А какая процедура соответствует главному потоку? Вот мы создали поток, создали процесс, создался главный поток. Жди, Нету. Да? То есть есть основной один поток, мы можем создать. Да, перевод черсти, но он слишком так толстый. Контексты этих потоков, они содержатся. Да, у него 9 черт всего. Это понятно? Далее. Я чуть не упал нахуй за тело. Потому что он жирный. Никак не сбегает. Да что? Хотел упасть. Но он не упал. Visual. Я просто положил. Все? Батарейка села. Visual Studio все установили? Нет. Кто не установил, руку поднимите еще. Кир, зачем ты так делал? А, ну ты можешь не ходить вообще тогда? Ты же не ходишь раз через раз? У тебя как-то это, да, видишь? Устанавливаем, вижу. Катится вниз или нет? Нет. Ты мне даже проход открыл. Серьезно? Ну как кто ходил и не услышал про... Ну ладно. Еще есть какие? Так отсюда выйдет. Я не знал, что нужно ставить вижу в группе. Да иди ты создали проект, запустили проект, у вас первый проект будет. Привет. Слышь, а это что, это же Романыч? Или это твое? Лучше было нужно. Так он там уже ушел вниз. Надо было биты уебать меня. Дальше будет сложнее. Так что я тебе вообще там. У тебя два. Да хватит, давай удары. Что? Все, хватит. Игра сегодня завершена. Звон, пока что там? 2-2-0. 2-2-0. 2-2-8. Все.